45 миллиардов долларов. По информации некоторых депутатов, именно столько незаконно выведенных из Казахстана активов спрятано на офшорных счетах за рубежом. Вернуть их в страну должна специально созданная комиссия. В то же время тот триллион тенге, о возврате которого уже отчитались чиновники, олигархи государству сдали добровольно. Сегодня это подтвердил министр финансов. Вся сумма около 1 триллиона тенге. Да, это имуществом, акциями, облигациями, зданиями, сооружениями и так далее, деньгами, все было возвращено добровольно. Всем желающим последовать примеру неназванных олигархов и по собственной воле сдать незаконно нажитое имущество и деньги, Ерлан Жамаубаев дал подробную инструкцию, как это сделать. За тех, кто ею не воспользуется, возьмется комиссия по возврату незаконно выведенных активов. Пока же этот специально созданный орган с существенными успехами похвалиться не может. Добровольно возвращенных денег оказалось на 1 миллиард тенге больше, чем тех, которые взыскали принудительно. Впрочем, глава Минфина заверил, что работа не прекращается. Тем временем, по данным мажилисменов, в зарубежных офшорах продолжают храниться десятки миллиардов долларов, незаконно выведенных из нашей страны. Согласно моим данным, около 45 миллиардов народных денег сейчас находится на офшорных счетах. По информации организации Tax Justice, каждый год из Казахстана выводится 200 миллионов долларов. Что делает правительство, чтобы вернуть эти 45 миллиардов? Когда эти деньги возвратят?